вот мы приехали на океан. Мы живем на заливе. Наш море называется Порт Филипп Бэй. Это спокойный такой залив, небольшой, с тихой и приятной водой. А океан – это стихия. Вот сюда все равно обязательно нужно приезжать, чтобы промыть мозги. Вот этот шум океанской волны, это все, оно тебя просто захватывает, расслабляет. И всю дурь из башки выбивает. Если какая-то дурь у тебя есть, несколько дней вот так вот походить в океане, а не дай бог еще пойти искупаться, все. Свеженький, чистенький, как будто бы вчера родился. Такое впечатление. Такой вот он огромный. И это уже точно конец света. Здесь вот только дальше, этот, как он называется, Южный полюс. Южный полюс там дальше, и все. Больше мы стоим на самом краю света, больше ничего нет.